Всем привет! Это канал Tip-Top TV, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. И сегодня у меня на канале очень интересная распаковочка покупочек из магазина Fix Price, посвященная эта распаковка именно новогодним товарам. И если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Вообще товаров очень много в этом году новогодних, при том, что я была в нескольких магазинах Fix Price, купила именно то, что мне понравилось по качеству и по своей задумке. И если я не успею за 10 минут вам все подробно показать, значит сделаю дополнительное видео, вторую часть, не забудьте ее посмотреть. Символ наступающего 2017 года у нас, конечно же, петух. Fix Price, естественно, не обошел эту тему стороной, так же, как в прошлом году. И предлагает нам фигурку петушка. Сделана она из керамики, полиэстер, полистирол и ткань. Естественно, вот тут ножки из ткани и пластиковые, чтобы, естественно, не отбились лапки. Также должна быть еще фигурка курочки. Можно составить пару и посадить их вот так на праздничный стол. Но не во всех фикс-прайсах они еще завезены, поэтому буду искать. Вот петушка я нашла уже, курочки еще не видела. Новогодний снеговик. Полирезин, полиэстер, ну вот такой вот пластик, очень аккуратно сделан. Посмотрите, декорирование золотой краской, снеговичок держит звездочку, и у него действительно настоящий, вот посмотрите, нос из морковки. Каждая деталь проработана очень хорошо, кружева, посмотрите, тут какие-то у него на одежде. Вот тоже ножки есть, очень красивые фигурки и достойны, и мне кажется, они достойны, чтобы занять место на праздничном столе или где-то под елочкой. Все это пока что у нас, наверное, и у вас также по 50 рублей. Так же, как и в прошлом году, елочные украшения продаются из соломки. Здесь по 10 штук в каждом наборе. Показывать подробно не буду, потому что все мы видели, или вы можете посмотреть в моем предыдущем видео с прошлого года. Ссылочку внизу я оставлю под этим видео в инфобоксе. Еще Fix Price меня в этом году очень удивил вот такими елочными украшениями. Они сделаны из ПВХ, написано, тоже сделаны в Китае, но они настолько интересно сделаны, вы знаете, это похоже больше на полимерную глину. Вы посмотрите, какие детали. Здесь и Дед Мороз, и феечка, вот, или ангелочек, снеговичок, посмотрите, какой у него шарфик яркий, праздничный. Ну и, конечно же, куда мы без умной совушки, с шарфиком, посмотрите, какой у нее клетчатый раскрас, дизайн. У Деда Мороза, естественно, елочка в руках, он спешит на праздник. Вообще очень веселые, очень красивые вот эти игрушки. Я даже вначале подумала, что это магнитики на холодильник, и не особо обратила на них внимание. Но когда я увидела, что вот здесь вот есть петелька, видите, уже из красной атласной ленточки, конечно же, мне это очень понравилось. И я взяла всех, сразу всех, полный набор, полный комплект. Следующее украшение елочное, просто прелестное, вы посмотрите сами, они похожи на колокольчики. Это ангелочки, керамические, из настоящей керамики. И посмотрите, здесь они совершенно разные. Один с какой-то книгой в руках, другой ангелочек с арфочкой, и третий ангелочек сложил руки как бы в молитве, получается, вот. Смотрите, какие они сзади. У них все детали проработаны. Даже нимбы есть золотые. Сверху, посмотрите, волосы какие красивые, золотые крылышки. Вот, я еще раз говорю, что они похожи очень на колокольчики. Очень хорошо сделаны. Белоснежная вот эта вот керамика. Белоснежные у них одежды, одеяния. Очень красивые, милые. Я думаю, что на елке они будут смотреться превосходно. Да можно и просто даже и не вешать их на елку, а поставить как украшение на стол, допустим, в композицию со свечами. Поскольку символ этого года это петух, а петух любит все яркое, блестящее, красное, золотое, серебряное, то, конечно же, и бусы для украшения елки должны быть вот именно таких цветов, очень ярких, праздничных. Все должно сверкать великолепием, роскошью. И в Fix Price, конечно же, я нашла такого плана бусы для оформления. Они длиной, к сожалению, не написано, какая длина, но я думаю, достаточно одной-две вот такой коробочки, чтобы украсить елку. Гирлянды в этот раз в Fix Price самые разные. Вот, например,
гирлянды звездочки. Установила батарейки. Сейчас мы посмотрим. Здесь 3, 6 звездочек. Ну, приблизительно длина около метра. Да, метровая. Метровая гирлянда. Вот. Так, они не мерцают, не мигают, просто обычное свечение. И что хорошо, что они не нагреваются. Такие же красные. И была еще гирлянда просто из синих шариков. Конечно же, наконечник на елку, светящаяся звезда. Батарейки в комплекте. Здесь написано, что уже есть. И срок службы светодиодов 8000 часов. Вот наконечник. В принципе, звезда довольно красивая. Интересно сделано все. Здесь мы убираем защитную мембрану и включаем. Вот здесь есть включатель. Все это было по 50 рублей. А вот гирлянда комнатная. Длина 3,5 метра. Цвет свечения мульти, 8 режимов, 50 мини-ламп, уже по 99 рублей. Сейчас мы откроем и посмотрим. Здесь синие, зеленые, желтые, красные лампочки, светодиодики. Значит, вот это мерцание. Так, дальше. Просто горит. Это быстрое мерцание свечения. Просто светит. Ну вот, в принципе, этого достаточно, я думаю. И самое главное, чтобы она была безопасной. Ну вот эта коробочка, она такая легенькая, какая-то невесомая. В принципе, вот я сейчас держу в руке, нагреваются лампочки. Они не холодные. Вот эти даже более... холодные лампочки, вот эти снежинки, звездочки. Вот эта гирлянда нагревается. Еще в этом году очень интересные ленты декоративные, уже фетровые. Такие необычные, мне очень понравились. Были в трех цветах, белый, голубой, красный. Тут 1,8 метра. Ширина, вы видите, около 3 сантиметров. Давайте откроем беленькую, я вам покажу поближе. Вот, это снежинки. И при том, посмотрите, снежинки разного размера. Смотрите, какая прелесть. Можно как и на елочку использовать, также декорировать и открытки, и подарки. И декорировать баночки всевозможные, упаковки, коробки. В общем, все, что угодно для вашей фантазии. Можно и разрезать, вот так отрезать, по одной снежиночке использовать. На окно, допустим, наклеивать. Пламенные бенгальские свечи изумрудного цвета 6 штук, затем аметистовый цвет тоже по 6 штук, рубиновый цвет и были еще несколько цветов, не помню уже точно каких, и они именно, когда горят, они светятся именно пламя, то есть именно такого цвета, вот как здесь изображено. Гатчинский завод «Авангард», то есть это Россия, это не Китай. Также есть хлопушки, но хочу вас предупредить, в прошлом году я покупала хлопушки, мне они не очень понравились по качеству, потому что у нас произошел ожог руки, потому что некоторые хлопушки, они, пламя вырывалось не вперед, а именно в направлении ладони, поэтому будьте внимательны. Сейчас я видела, что там очень большие хлопушки продаются, я вот, например, опасаюсь уже их покупать. Ленты декоративные блестящие, 2,5 метра каждая лента. Посмотрите. Такие ленты я знаю, что используют для декорирования костюмов новогодних и каких-то концертных костюмов. И вот теперь нам предлагают использовать это в оформлении новогоднего стола или новогодней елки, или еще каким-то образом для декорирования. Конечно же, очень много вариантов можно придумать тоже и оформлять открытки, и упаковку для подарков таким образом украшать, да все что угодно. Даже можно новогодний стол украсить, допустим, расшить салфетки, сеты под тарелку вот с помощью таких блестящих лент, да все что угодно. Посмотрите, какой выбор цвета. Я думаю, что в ваших магазинах еще будут и другого цвета такие ленты.
из тематических фигурок, но которые еще и полезные фигурки, выполняют какую-то функцию. Например, держатель для фотографий, вот такой в виде прищепочки, это Дед Мороз. Он сделан очень аккуратно, из керамики. И были еще несколько фигурок тематических, тоже к Новому году присмотритесь. Возможно, они вас ждут именно в магазине Fix Price. Из подарков на Новый год, мини-микроскопических таких подарков, можно сказать, как комплимент новогодний, это полотенце подарочное с Новым годом. Давайте откроем и посмотрим. Я думаю, что вам будет интересно увидеть все-таки, как выглядит полотенце, упакованное таким оригинальным способом. Вот в таком виде, но... Я что-то не пойму, а как пользоваться таким полотенцем, скажите, пожалуйста. Или это декоративный такой элемент, и не нужно его разворачивать. Напишите, пожалуйста, свои мысли по этому поводу в комментарии, потому что елочка приклеена намертво, и по всей видимости, и надпись эта с Новым годом тоже приклеена здесь. Но нельзя же так пользоваться полотенцем с елочкой вместе. А полотенчико похоже на тряпочку. В принципе, если все вот это вот потом снять отсюда, то можно пользоваться просто как тряпочкой. Из посуды в этот раз мне очень понравились пингвинчики. Я взяла одного, тоже по 50 рублей. Тарелка новогодняя керамическая, доломит. Но это керамика просто обливная, вот прозрачная. Естественно, отбиваются, могут быть сколы, поэтому смотрите внимательно, когда покупаете в магазине, выбирайте тщательно и заворачивайте, когда несете домой, потому что все может отколоться, отбиться. Краешки очень непрочные. Затем Дед Мороз. Вот так выглядит. Для оформления новогоднего стола, для каких-то закусок, может быть, сюда что-то еще поставить, положить, для каких-то маленьких пирожных. Вот, смотрите. И три елочки я решила взять. Уж больно они мне понравились. Именно для каких-то таких маленьких или пирожных, или конфет, или закусочек. Можно вот так разложить по столу, чтобы всем можно было легко дотянуться. Также были еще круглые тарелки тематические. Все это вы увидите в обзоре полочек. Ну вот и все покупочки на сегодня. Если вам понравилось или было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, так случилось. Желаю вам крепкого здоровья, вам и вашей семье благополучия. Всем пока и оставайтесь со мной.